шестой! Проснитесь, Александр Иванович! Яймир Динамит! Если еще два дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад. Зачем они убили своего принца Гамлета, а? Точно! Куплю англичан оружие. Англичане любят продавать огнестрельное оружие. Представляете себе вход диких племен в Данию, в Копенгаген. А впереди я на белом верблюде. Пам! Да черт побери, эффектно. Эх, жаль, Паниковского нет. Ему бы датского гуся, вот бы порадовался старик. Ча-ча-ча-ча-ча. Ну, проснитесь, Александр Иванович!